Инструменты бережливого производства помогают предприятиям Тверской области повысить производительность и эффективность, а также сохранить самый ценный ресурс – время. В регионе реализуется нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». О результатах компании, которая стала участником нацпроекта и внедрила основы бережливого производства, рассказывает наш корреспондент. Предприятие в Конаковском районе начало работу в 2007 году. Здесь производят промышленное воздухоочистное оборудование. Завод является лидером отрасли в нашей стране. Однако даже предприятие с большим опытом работы не отказывается развиваться и учиться новому. Это новый этап нашего развития. Мы уже поняли, что готовы к этому. Нужно развиваться. Произошли некоторые трансформации по заводу, по производству. Достаточно, в некоторых участках достаточно глобальные. И это создало некий плацдарм для дальнейшего серьезного масштабирования. По рынку, по спросу мы готовы, по внутренней организации не были готовы. И благодаря этому нацпроекту мы выходим на новый уровень. За полгода работы под руководством экспертов регионального центра компетенции на предприятии удалось повысить эффективность производства. Никаких лишних и неэффективных движений. Теперь с этой точки зрения организована работа специалистов. Получился один из самых масштабных проектов в Тверской области по количеству изменений. То есть нам удалось полностью изменить производственную цепочку. Огромное количество было перемещений оборудования. Также отстроили новый цех, дозакупили оборудование, которого не хватало для того, чтобы наладить и расшить, так сказать, узкие места. В среднем время производства изделий сократилось с 25 дней до 18. Был сформирован единый производственный центр. Здесь происходит раскройка металла, тут же его гибка. Дальше продукция поступает на участок сварки и сборки. Также для повышения эффективности работы на предприятии стараются применять современные технологии. Например, недавно было куплено оборудование для лазерной очистки металла. Раньше мы использовали для зачистки болгарки и использовали щетки металлические, что было слишком пыльно, шумно и тратилось очень много времени сотрудников. Приходилось переворачивать профиль. А сейчас эта возможность у нас на расстоянии. Мы можем обрабатывать большие площади, в принципе, одним сотрудником, используя новое оборудование. Мы можем делать квадратный метр примерно за 5-6 минут, когда раньше уходило на это минут 20 специализированными сотрудниками. Проект «Бережливое производство» реализует Фонд развития промышленности Тверской области, работающий в структуре регионального центра «Мой бизнес». Этот проект заканчивается не сегодня. Впереди еще как минимум 2-2,5 года, когда предприятие, получив компетенции, навыки и наработки, будет внедрять эти лучшие практики в иные производственные процессы, что позволит стабилизировать рост и повышать качество производства. Это повышает не только производительность труда предприятия, но и повышает уровень жизни региона, потому что стабильные, работающие, эффективные предприятия привлекают инвестиции, создают новые рабочие места, благотворно влияют на общий экономический результат региона. За 6 месяцев текущего года по нацпроекту в Тверской области завершается 3 проекта. Главной целью всех участников – внедрить актуальные методы бережливого производства, усовершенствовать управление, логистику и сбыт продукции.